have ways of blowing things up. Здарова, ребятушки, с вами Оладушки, продолжаем Traveler's Rest, мы там поспали, у нас, как оно называлось, сусло, не знаю, до сих пор уничтожается этого слова, ну-ка. Пора приступать к последнему этапу брожению. Разместите бак для брожения и сварите немного мягкого эля. Вы можете добавить что-нибудь, например, фрукты и хмель. Дайте ему этому собственное название. Вы можете заказывать дополнительные ингредиенты через почтовый ящик. Вот! В почтовом ящике я могу покупать вещи. Я понял. Спасибо. Награда. Это же вот этот бак для брожения. Я забыл, как играть. Был немножечко перерыв. Вот, я могу его поставить сюда, отлично. Па-па-па-па-пам. Это спасибо. Это, пожалуйста, это. Сюда что же топливо надо? Так, для брожения. А больше не могу, ничего. Ну, тогда принять. Все, варим. Сварите первое пиво. Пиво, ребят, это зло. Напоминаю вам и говорю, что пиво это только в играх тема, а все остальное пиво это фигня. Никогда его не пейте. Кот? Мне тогда вот этого, пожалуйста. У меня будет свой кот. Конечно, погладить. Ну, а что мы разобрела? Кошка. Это кот. И похоже, что он хочет здесь остаться. Вы можете купить лежанку и миску с водой, чтобы сделать ее счастливой. Хочу и куплю. Так, открыть. Можете вот это та-та-та приобретите. Я забыл, что надо было приобрести. Ладно. Для вашей таверны просто выберите предмет, чтобы добавить его в вашу корзину, или удерживайте Shift, чтобы добавить 5 предметов. Понял. После оформления заказа предметы появятся в вашем почтовом ящике у таверны через 3 часа. 3 часа это недолго. Доставка в тот же день, да, как там Amazon делает. Поехали. А, там было сказано пробел, чтобы закрыть, но... Ладно, забейте. Коврик для сушки. Я могу вот это Bitter Hops просто покупать, да, получается? Погодите, а что мне нужно было? Да уйди отсюда. Какого же фига? Настенный календарь? И что-то для котика. Хорошо. Значит, для таверны верстаки. О, это все можно тоже покупать. Картина большая, это скамья, сундук, бумажные салфетки. Купить можно, в принципе, абсолютно все. Вертикальная картина. Ух. Доспехи за 2 золотых. Хрена себе. Так, ну. Изящный синий ковер, на который вашему коту будет особо хорошо блевать. Надеюсь, время-то не идет, пока мы тут выбираем. Камнерез, канделябр, кешью. Картина. Книга. А, давай... О, креветку можно купить. У меня 43 серебра. Давайте я выберу, полистаю, а потом мы с вами вернемся. Все оказалось гораздо проще. Мне не хватает денег. Открываемся, поехали работать. Котя, я очень хочу, чтобы тебе было хорошо, но... Это все дорого. Это все дорого, поэтому... Как там, open? 8 утра... Поехали, посетители. У нас тут 17 стаканов еще есть. Открыто. Приходите, начинайте хавать. Давайте, поехали. Так. Вот прошел и наблевал сразу же.
Так, тебе еды, тебе воды. Обслуживаем, обслуживаем. Не обслуживаем. Мне нужно гораздо больше денег, чем то, что есть у меня сейчас. Протереть этот стол? Давай. Разнос воды. Воду, кстати, за один серебряный продаем. Неплохо. Там, в общем, дело в том, что календарь... что у нас с пивом? Еще варится, это будет целый день, видимо. Календарь стоит 80. Кошачьи всякие приблуды стоят 45 с копейками. Вот, а календарь прям стоит 80, поэтому... На, держи. Тебе вода. Тебе вода. Тебе каша, а тебе тоже вода. Столы позапачкивали опять. В общем-то, рутина такая же, говорю, мне нужно бы кого-то нанять. Потому что вот эта рутина, ну, конечно, прикольно. Но... Хочется... Более автоматизированный заказ доставлен. О, там воду надо. Нужно как-то автоматизировать процесс. Идешь отсюда. Две воды. Вода, кстати, заканчивается. Еще одну воду надо было. Так я убираю, блин, ребят. Мне нужно ставить воду сюда. Ну что ж. У нас неплохо идет. По деньгам. Ну, относительно. Бочонок пуст. Я понимаю, что бочонок пуст. А где мне... Мне каждый раз в сундук типа бегать? Если я хочу воду. Ну, я же подал тебе воду, ты чё? Вот, вот эти два. Я сейчас разнесу. Так кому тут вода нужна? На. Не хочешь воду, не надо, издеваешься. Я ж бегаю со стаканом воды, вы что делаете? Все, разошлись все. Тут грязно, грязно это некрасиво. Почему кашу я могу просто подать, а воду мне нужно обязательно...
Мы вроде как к обеду подходим, да? Не нужно больше воды будет после закрытия достать. Что у нас по деньгам? 84. Я смогу получить календарь после этого. Фух, везет, что сегодня пока что никто не дерется. Все блюют, конечно, и мусорят, но никто не дерется. Еды в дорогу. Надеюсь, что вот это вот с алкоголем получится, что мы это не все это не зря делаем. Ну, они уходят с плюсом, типа. Не дают мне плюс репутацию. Что тоже неплохо. На, иди хавай. Не могли бы. Третьему что надо? Три каши надо, я тебя понял. Четыре каши. Давайте, наверное, будем закрываться. А то, знаете, от работы кони дохнут. Неплохо, он стакан воды продает дороже, чем порцию каши. Ну, хороший такой бизнес, бизнес-модель просто очень удачная. Мне не хватает дерева, мне не хватает кучи всего. Ой, блин, наблевали напоследок, а? Ну, хорошо. Так, а мой заказ прибыл куда? Так, воды у меня нету. Этого у меня нет, у меня есть дерево, палки. Мне же кажется, что я ничего не заказывал. Хорошо. Так вот. Кошачья миска у нас вот здесь есть. И здесь есть лежанка для кота. Купить. Супер. Теперь сюда. Смастерить сейчас ничего не могу. Давайте я немножко дерева себе нарублю. Неплохо было бы уголь, наверное, подсобрать, чтобы топлива было больше. Мне кажется, что вот эта часть — это ошибка, то, что приходится самому и деревья рубить, и уголь добывать, и все. Ну, то есть, все, что должно сходиться на том, что я что-то заработал, что-то купил. Пошел купил уголь, пошел купил дрова, ну, логично же, хороший бизнес там дает, например, хорошую прибыль, и тебе не приходится самому это все ходить и делать. Логично, не? Так, ты у нас уголь, не помню. Это железо, не то. Железо хорошая штука, приятная, но не уголь. Вот там уголь. Углем топить приятно, он дает много выхлопа. Его можно закинуть и с него получить много. Ну, раз уж мы здесь, давайте я еще вот эту медь получу. Так, среда 16:40. Тут у нас что? Нанять персонал! На репутации 6. Да, ваш календарь отмечается важные события. Выберите любой день, отмеченный красным, чтобы посмотреть события. Нажмите. Я вас понял. Так, иди
взять сюда. У меня воды нету. О, а я могу ведро воды заказать. Каждые 5 дней заказ будет доступен 5 случайных кредитов, отмечен звездочкой. Я... Ну почему надо? Так. Я могу сырая рыба, морковь. Я хочу просто воду получить. Можно такое сделать? Заказ доставлен. Уголь, дерево. Все хорошо. У меня нету воды. А если люди захотят воду, то где мне ее достать? У меня же вроде как какого-то крана нету. Нужно... Вот так вот. Иди, я тебе там поставил. Может, воды налить ему туда? Так, ладно. Награды. 5 экспы. Мягкий эль. Сварили первое пиво, нажмите Т, чтобы посмотреть технологии изучения нового рецепта, экспериментируйте с ингредиентами. Ваше пиво почти готово к подаче, алкогольные напитки должны быть выдержаны, прежде чем их можно будет продавать. Чтобы сделать это, идите в погреб вашей таверны. Сколько... Чтобы выдерживать напитки, просто добавьте их в свои дубовые бочки, дайте времени пройти. С течением времени уровень напитка будет повышаться, а цена увеличивается до максимального уровня коллекционной выдержки. Подойди к бочке, та-та-та. Напитки могут выдерживаться в течение нескольких дней. Им нужно будет минимум один день, прежде чем их можно будет подавать. Дождитесь, пока пиво будет готово. Ну все, выдерживаем. Выдержать 20 единиц. Купить настенный календарь. Так, кстати, настенный календарь нам опять надо будет. Где мне... Если я просто воду хочу получить... Подождите. Тут пока ничего нет. 18-25, мне еще немножечко времени выйти на улицу. Персонал нанимать можно только на 6-м левеле. Хрена себе. Если я хочу заказать воду. Так, вот семена разные, свечки, ручки, декорации. Это все, конечно, прикольно. Плюшевая мишка, хорошая штука. Орех. Вон, календарь 80 стоит, видите. Я его пока что не могу себе позволить. Скоро смогу, еще денечек поработаю, скоро смогу. Но чтобы денечек поработать... И подавать людям воду, блин, которую они так хорошо покупают. Мне бы нужно бы ее где-то... Емкость для закаливания, ага. Ведра пустые. Подождите. Если у меня есть пустые ведра с собой, я же могу воду понатаскать, правильно? Давайте я возьму с собой ведра. Скорее всего, вот же колодец. Набрать, ну вот. Фух, хорошо. 10 ведер воды, все. Теперь я себя чувствую спокойней. Что там с кашей, что там с этим, ладно. Мне здесь каждый раз, чтобы что-то подавать мне на... Заказ доставлен. Какой? Почему он мне про это постоянно пишет, хотя мне кажется,
что я ничего не заказывал. Или мне кажется. Хорошо. Давайте так. Ячмень. Сколько у меня тут топлива? 14. Я могу сварить еще. Каша пусть варится. Ну тут процесс пусть идет потихонечку себе. 20 каши. Кашу будем подавать. Хорошо. Я думаю, что можно пойти спать, но... Я 5 ведер воды потратил. Ладно. Давайте я воду себе поставлю сюда. Если что, заливать. А, сейчас, секунду. Пока еще не так поздно. Уже поздно, правда. Нет, это вылить, да? Холодно становится, отлично. А, зажечь огонь. Я могу с водой пойти спать? Ладно, я вылью. Поскольку она достаточно несложно набирается, пойдемте. Да, лечь спать. Давайте, наверное, 2 дня сегодня поиграем, поскольку этот день достаточно быстро прошел. Можем сосредоточиться на следующий день чисто на работе, чтобы у нас... чтобы просто больше денег и репутации себе заработать. Так, ставим 5 пива на обработку. У нас там есть 2-й бочонок. Открываемся. Э, кот, ты счастлив, ты это? Тебе воды налить? Наполнить, отлично, наполнили. Свечки скоро подогорают, но у нас еще есть 3 штуки. Во-первых, во-вторых, мы сможем потом их еще подзаказать. Так, каша, поехали. Каша, поехали. Каша, поехали. Каша, поехали. Я так, честно говоря, не понял, как ставить эту штуку. Я обязательно должен оттуда подать, да? На, держи. Сейчас принесу вам попить. С пивом подождете. Вообще, не надо приходить за алкоголем, приходите. За обычной едой. Надо побольше денег, во-первых, а во-вторых, нам нужно побольше именно репутации. Я бы хотел заработать себе парочку уровней. А, по 3 штуки на поднос вмещается, хорошо. По 2 штуки на поднос. Хорошо, что я могу их просто в никуда одевать, когда мне нужны свободные руки. Отлично. Отлично, смотрите. Сейчас они мне докинут уровень. Мне нужно больше довольных клиентов. Ну-ка, протрите награды. Репутация 2-го уровня. Технологии земледелия и строительства. Нажмите то, чтобы открыть фрагмент рецепта.
Да ладно. Лагер. Я ж хотел только посмотреть, что там. Я на рандом тыкаю, если что, ребят. Ладно, по крайней мере, они мне докидывают славу, у меня идет уровень. Я за это время очень мало работал. Я в основном занимался квестами. Вот. О, он начал ко мне привязываться. Хорошо, у него начало появляться там сердечко вот это. Да нифига у нас не грязно. Пошла отсюда! Тварь. Пожрала, попила, пошла балагурить, блин. 10 напитков осталось, скоро надо будет наполнять. И вам две чашки воды, хорошо. Мне точно нужен персонал. Но почему персонал аж на 6 уровне? Вы чё, это много? Это много. Это, блин, прикиньте, сколько мне надо пахать. Деньги, это, конечно, все классно. Может, я буду получать больше рейтинга, чем если я буду, будет, типа, более богатый ассортимент? Ну, 40, кстати, неплохо, да. Тут не поспоришь. Они много сидят, много пьют, много едят, и потом уходят, дают хорошие рейтинги. Просто, что, на мой взгляд, это немножечко все перебор. Надо давать, ну, допустим, на 51, на третьем или, ну, на втором. Ну ладно, может быть, на втором рановато, на третьем нужно давать возможность нанимать став. Потому что, ну что, я сам должен крутиться в этой треклятой таверне. Ну, среднее это увеличилось. Средняя экспа. Пошел отсюда. С санными тряпками тебя. Так. Ну-ка, вот этот столик надо по... Может быть, еще один стол, кстати, поставить, а? Что думаете? Я смогу такое сделать? Надо будет посмотреть в крафте. Так, что у нас? Хорошая была свинка. Выпивка водой разбавлена, а ничего, что тут просто вода. Выпивка водой разбавлена. Мне понравилось. Мы тоже кашу. Нет, на самом деле уровень идет достаточно неплохо. Конечно, хотелось бы лучшего, но в принципе нормально. Если хрень, а не заведение, тогда иди дома кушай. Чё ты приперся сюда?
Давай, наливай. В принципе, хорошо. Сколько у нас там времени? Ага. Полдня прошло. За полдня мы получили примерно треть уровня. Блин, на самом деле много времени прошло. Немного уровня. Уровня мало. По деньгам неплохо. По деньгам у нас уже золотой есть. Я на секундочку сейчас посмотрел и испугался, куда делись наши серебряные. Но они округлились золотой, и это приятно. Там чувак пить хочет, скоро сдохнет просто от жажды. Жди. Кашу, тебе кашу, тебе воду. Я думал, ему кашу. Закажу календарь после этого. Все равно деньги как бы надо на что тратить. Надо будет посмотреть, почем стол. Может быть, я его не буду крафтить. А может, наоборот, мне так будет выгоднее. Еще скоро уже вечер. Давайте я потихонечку буду закрываться. Чувак шел-шел, опа, на полпути передумал. Кота вода закончилась. Все вылокал. Неплохо, неплохо, неплохо. Поуходили, резко скинулись экспой. Так, да, во-первых... Где там оно было? Всякие украшения, черт. Это не здесь. А, в мебели, кстати, можно посмотреть. Вон, смотрите, огромный стол. За 60. А к нему, получается, две лавочки надо. Большая скамья. А, я могу их... Это мне съест абсолютно все. Подожди, отменить. Подожди, декор. Ваза. Если видишь, и на картине. Календарь. Купить. Принять награду. Так, 20 единиц выдержано. Что нам там для стола нужно было? Большая скамья, это не то. Огромный стол. Деревянные доски, железные гвозди, деревянные столбы. Деревянные доски. Сколько, кстати? Не посмотрел, сколько чего. 35 досок и столбов 20. Работы пока что. Надо пойти... Гвоздей сколько тебе надо? Гвоздей 15. Слитки у меня есть. Давай, 15 гвоздей делаем. Доски взяли. Сколько их тут было? 25. То есть еще две надо. Хорошо, это доделается, мне их будет достаточно. Столбы из них делаются или нет? Вот в чем прикол. Так, каменная мастерская.
Только на зелень им нужно, да? Ну фиг с ним, пусть будет здесь. Что я тут... Бай, убери. Что я тут могу делать? Каменные глыбы. Камни, глыбы. Отлично. 20 досок. Это у меня вот это. Гвозди есть. Доски. Есть. Сколько мне там столбов надо? Деревянные столбы 20. Раз, два, три, четыре. 20 это вот это. Хорошо. Табуреточку могу сделать. Хорошо делается пока что. Только столбов не хватает. Это я получу еще один большой стол себе. Хорошо. Больше людей, больше... Больше людей. Это всегда хорошо. Выдержать ваше первое пиво. Отлично. Пришло время заняться фермерством. Сначала вам нужно убрать траву на участке земли при помощи лопаты. Выберите лопату на панели, на травяной участок. Не забудьте выйти из режима декорирования. Зачем? Так, теперь, когда вы скосили траву, пришло время вспахать землю. Выберите мотыгу. Блин. Посадить. Раз не выберите лейку и полейте свежеспаханную почву. Дождь идет на улице. Где вам лейку-то выберу? Найти вам воду сюда, лейку сюда. Хорошо. Вы предлагаете вот это садить в три этапа. Это только урожай после созреть, берите его при помощи косы. Ну, примерно вот так вот сделаем. Хорошо, в три этапа, все отлично, все хорошо. Стой, 5. Мне кажется, вот этот вот полив, он максимально ненужный. Ну, ладно. Засадим вот таким вот образом. Пусть. Мне эта вся фишка не очень нравится. Так, огромный стол. Заказывается. Теперь маленький стол. Мне нужна большая скамья, деревянные доски, 30 штук, гвоздь 10. Раз, два, три, 25.
Гвозди 10, значит гвоздей нужно 20. Нужны еще слитки. Подожди, или топливо? Топливо нужно. Нормально, хватает. Тут еще раз. Мне холодно. Ну то, что мне холодно, я потерплю. У нас, в принципе, еще только 9 вечера. Я стол заберу и пойду спать. Не, блин, спать. А мне нужно скамейки к нему еще сделать. Спать придется идти позже. Давай пока что согреемся. Добычей железной руды. 5 гвоздей, 10 гвоздей. Большая скамья. Нужна еще одна большая скамья. Давай. Я могу посмотреть, сколько у меня чего? Могу. А, то есть я таким образом в инвентарь могу любые вещи перекладывать. И вообще хорошо. Значит, я тупанул. Отлично. 10 часов. Надо успеть вторую скамью заказать. Нужно успеть заказать вторую скамью. Теперь не хватает железных слитков. Пусть плавится. Огромный стол есть. Дерево. Так, скрафтить 50 вещей есть. Железные слитки есть. Тут 46 топлива, тут топливо надо. Дерева не хватает. Это дерево я не могу рубить. Давай, побежали тогда. Дружище, нам нужно. Давай, самурай, we have city to burn. Хорошо, что я получаю саженцы. О, там у нас есть еще уголь. Его тоже надо добыть. У нас уже вечер, нам, блин, по идее бы спать скоро, пока чел сознание не потерял. Ваять мы пока что ничего не будем. Еще одну большую скамью слепи мне, я буду доволен. Расставим мы это все с утра. Скамья пусть пока что делается. Их поливать надо? Я не думаю, что их поливать надо. Поехали спать, я думаю. У нас там еще мягкого эля подошло. Всё, это ставим тоже на мариновку. Холодно, блин, как бы мне не простыть, да? Все, разожгли. Поехали спать. Денег мало,
Ну, в принципе, все хорошо. Да, ложимся спать. И на этом тогда, ребятушки, сегодня седьмую серию будем заканчивать. У нас получилось по 2 дня, но мне кажется, так более результативно. Сейчас у нас события немножко ускоряются, мы уже не так тупим. Поэтому спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем лучшего. Всем покеда.